вот и моя незаменимая группа поддержки. Машенька. Как всегда, пунктуально, как всегда, на позитиве. Ну и, конечно же... Для малышей. И, конечно же, с кормом для малышей. Ну, собираемся на Киевский ехать. Да. Итак, я уже на Киевском вокзале. Зовут меня Виктория. Вот номер машины. Сегодня встречаю я всех. Вот наш опознавательный знак. Машина стоит прямо напротив трех видеобаннеров. Слева от нашей маленькой парковки железнодорожный вокзал. А вот наша первая ласточка Татьяна. Она всегда приезжает раньше. Я сегодня случайно раньше. Ну, я привезла с дачи и не постирала. Нет, постирала, не высохла. Знаешь, есть тихо. Ну какая есть уж, извините. Грузовик нам уже пора закупить. Мы думали, Валентина издали. Посмотрим, нет. Проходите. Это... Вот у нас. Вот это вот. Лично Валентине гостиниц передадите. А это наша Чапа. Приготовила свой волшебный мешочек для пожертвования. Мешочек пустой не бывает. Умница, девочка. Здравствуйте. Лекарства нам нужны всегда. Спасибо. Вот, а еще тазики. Всегда, да. Нужны. Очень нужны и очень. Отличненько. Спасибо большое. Надо вас снимать. Спасибо вам большое за подарки. Пожалуйста, проходите к машине. Грузим. Ты вот этот забери. Ой, какие девушки молодцы. Вы посмотрите. А, посмотрите, сколько они привезли бинтов. И это не все. Там больше 100 бинтов. Вон там целая упаковка. И здесь тоже, и здесь. Это вы не представляете, как это надо. Спасибо вам огромное. А вот это как для собак, это ветеринарный препарат, да? Для кошек ничего. Ой, я в этом не разбираюсь. Так, где у нас препараты? Да, конечно, давай. Вот это вообще хорошее одеяло. Так себе достают. Ну, в смысле, они чистые, но... Это тоже одеяло. Да. Маш, нам сейчас с тобой перекладывать. Как-то нормально, вот. Вот умер, а много осталось. У меня у нас их много. Чего осталось? Много. Давайте я, наверное, сейчас покажу, что есть, что нету. Значит, вот здесь лекарства. У нас печень, почки были. Это, ага. Ну, все пригодится, да, конечно, разберутся. Есть кое-что открыто, но это мы открывали вот буквально здесь. Ну вот можно все давать, потому что я давала все. Угу. То есть здесь все хорошее, даже спасибо. Не бойтесь. Лекарство, а, вот сюда. Так, это сейчас будем выражать. Так, это. Если что, я пакеты взяла, чтобы сложить, вот что в сумке. Угу, спасибо ага. Большое. Здравствуйте. 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 Спасибо большое. Мы сейчас все равно будем все это перекладывать. Да, конечно, только древесным. Только древесным не пользуются. А там древесным все кошечки. Давайте я вам помогу. О, боже мой. Нужно только хороший брать. Нужно вынимать это все? Да, конечно. Вот это все, у кого печень больная. Да, да. Я вижу, Винал. Это все Винал, да, у него. Есть. Здравствуйте. А микрофон давайте отдельно. А давайте еще на отдельно, конечно.
Ой, бинты, вот там целая упаковка, вот с этой стороны, Маш. Бинты с этой стороны. Да, да, я сейчас все это переложим, все сложим аккуратно и довезем. Ну хорошо. Спасибо вам и большое. Вам всего доброго тоже. До свидания. Всем животным нашим. Общим, да. Можно сказать. Общим российским. Да, конечно. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Сухарики. Хорошо. Шейки. Шейки куриные, да. Давай, Маша, это в какой-нибудь кулек здесь, чтобы они, вот здесь можно. Еда. С этой стороны. Спасибо вам большое за помощь. Здравствуйте. Так, это лекарство? Да. Это у нас. Мы собираем в отдельную коробочку. Что это? Делись. Спасибо вам большое. Ой, какой. А мы его сейчас положим, мы сейчас все равно будем перебирать. Поглубже положим. Как бы он не взорвался. Вот у меня сейчас. Вот, вам. Сейчас, подождите, где-то у меня там еще есть. Сейчас скажу, что. Сухарики. Сухарики, нужное дело. Знаете, чего я забыла, так это забыла совсем. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Кормилица я наша и поилица. Да, сухой паёк, а как же без сухого пайка? С наступающими праздниками, всем спасибо здоровья. Спасибо большое. И до новых встреч. То есть вы сразу уходите? Как? Нет, я все отдам. Ничего нам не дадите, сразу уходите? Я все отдам, пойду. Спасибо. Я рада, что успела. Вас тоже с наступающими праздниками, со всеми. Мы же не увидимся на празднике уже. Но мы всегда рады вам. А я тоже как рада. Спасибо. Ну вот, друзья, подходит наша встреча к концу. Очень плодотворно прошла встреча. Галя, как всегда, завершающая у нас. Ну и так неплохо, как бы. Сегодня. Достаточно плодотворно. Ну а те, кто не смог приехать или далеко живет, вы всегда можете помочь по нашим реквизитам, которые находятся под роликом. Анжелика передала мешок корма и денежку для приюта. Ну вот, я купила 50 вакцин Мультикан 4 и пару шампуней. Все, что смогла. Вот чек. Вот, Ириша наша, посмотри в камеру. Догрузила мне еще кучу-кучу всяких вещей для приюта. Это сверху того, что я собрала на Киевском. Но на Киевском еще осталась в гараже часть полезных вещей. Так что все, закрываем все двери. Еле распихали все. О, вот так все. Вот это окна. Прошу вас, люди, помогите собакам, животным. Никто, кроме нас, нашим животным не поможет. Это наши друзья. Без собак, без животных нам скучно будет. Надо всегда помогать близким. И добро всегда возвращается. Вот мы помогаем приюту, нам помогают потом. Все обратно возвращается.